себя, ну, не очень хорошо, если честно. Приветик. Блин, Сабин не купила. Сейчас была в аптеке, не купила, блин. Забыла. У меня нет месячных. И у меня живот не вздувается. Слушайте, если вы общаетесь с молодым человеком из-за денег, то тогда не общайтесь. Если у вас другие, как бы, чувства и так далее, да, ну, как бы, здесь только вам решать. Вы не допускаете, что, может быть, у него нету на данный момент финансовой возможности вам помочь, но как мужчина он не может признаться это и сказать вам, да? Ну, в жизни всякое бывает. Я сейчас подумаю, где я могу заехать в аптеку до работы. Слушайте, то, что всегда рассчитывать и надеяться на саму себя, это однозначно, да? Вот, но здесь у девушки изначально посыл другой был, да? Ну, вы сами себе задайте вопрос. Вы с ним из-за денег? Тогда делайте выводы, если вы только это ищете. Наталья, у меня панкреатит в анамнезе. В свое время я много отлежала в больницах, вот. И очень давно он меня не беспокоил. Я так думаю, я знаю, что это, скорее всего, неделя. Тяжелые были упражнения на пресс каждый день. И плюс я добила едой, как бы, все в совокупности, скажем так. Поэтому у меня дико надут живот, он болит, стреляет в поясницу. Вот. А так это недосып. Если у меня недосып, у меня может такое начаться. А вы знаете, Атечка болел всю неделю. Ну, короче, много-много-много моментов. Перелеты, недосып, стрессы. Слушайте, если вы хотите, чтобы мужчина помогал вам сам, то он должен это делать сам точно, без вашего просить, умолять. Когда человек хочет, он это делает, и ему не надо говорить об этом. Атюша получше, спасибо большое, полегче ему. Какой-то абьюз, и вас это устраивает, короче, ну, какие-то очень странные довольно-таки отношения. Он говорит, вы должны просить, но когда вы просите, он говорит, я тебе не дам. Ну, сами задумайтесь, да, как-то это очень мега странно. Я всю жизнь, сколько себя помню, всегда хочу подстричься мега серьезно. Вот, и поменять цвет. Но, как видите, 35 лет, и я в одной паре.
Ну, вы же согласны, Монализ, сами, что это полный бред. Ладно, я этот... Как его называют? Идею покраситься давно оставила уже. А теперь идея подстричься меня не покидает. Хотите этот, никто не видел в интернете сейчас, микродермал, да, чуть побаливает, видео гуляет, где какая-то, ну, я так думаю, это мадам, это не мужик, который на МКАДе просто выехал и навстречку поехал, прям навстречу потоку, пяти полосам. Объезжая, вот так вот КамАЗы останавливаются, он вот объезжает, эта машина, и просто и поехала. Не знаю, чем эта история закончилась. Едем на работу на минуточку. Ой, и в больницу к Мишеньке. Очки, да, синие. Привет. Вам прекрасного дня. На выходные, да, нашла девочку. А я комментарии не читала. Я только видео увидела.
и смотрю сериалы. Амечки, амечки, атечки будем. Да, в этот раз мне самой именно этот маникюр прям безумно зашел. Каких-то кабелей меняется, у каких-то не меняется абсолютно ничего. Вообще не угадаешь. Но зная нашу везучесть, я думаю, Ади ничего не изменится. Действительно, я тоже много чего подумала, но я думаю, что, во-первых, это шок, который испытала девушка, да, это мгновенный. И второй момент, это то, что, ну, наверное, адекватный хозяин, он будет в первую очередь думать о состоянии своего питомца. Вы заходили на страничку, она ничего не выкладывала, она выложила под утро или ночью, что ухудшилось состояние у малышки. Вот, я думаю, как бы, ну, наверное, изначально все было бы на то, чтобы оказать какую-то первую помощь, да, и доехать быстрее до больницы, а не, это, не разбираться с этой бабкой неадекватной. Хотя многие написали, что вот, мы бы там накинулись, убили, блин, эту бутылку по голове и так далее, ну, слушайте, нет. Понятно, потом... История с собакой. Посмотрите в сторисе. Весь Инстаграм в этой истории кишит. Старуха она ударила этого чихуахуа бутылкой из-под коньяка по голове. Чихуахуа в смысле на кассе на руках сидел. У хозяйки у своей. А, ничего пока не известно, да? Да, конечно, жалко. Привет, Даша.
Господи, но от того, что она душевно больная, это не снимает с нее ответственности. Если человек душевно больной, то для чего тогда ты выходишь в город? По-любому же есть какие-то службы, которые должны ограничивать ее передвижение. А если на руках сидел бы ребенок чей-то, тогда сразу подняли бы резонанс. А это же всего лишь животное. Миша, ну пока тяжело стабильный, скажем так. Перевела девочка одна, перевела 5. Они, ну, были переводы по 2, по 1500. Около, ну, утром было около 38 с копейками. А в Телеграме написали мне девочки, что на участке в Подмосковье, на своем домашнем участке вышел кот. И расстреляли, уёбки расстреляли домашнего кота, который вышел на участок. И он не первое животное. Я в сторис прикрепила карту собачью. Можете помочь Мишеньке туда. Конечно, можно попросить, если это проверенный приют. А зачем вы хотите со мной созвониться? Откуда, вообще без понятия, из-за чего у меня появился панкреатит. Но я думаю, наверное, из-за отсутствия мозгов. Или, как говорится, сдулькину письку. Мозги, которые у меня были, вечно худела, вечно на диете. Слушайте, если вас интересуют рабочие какие-то моменты, вы можете написать на указанный номер WhatsApp. Звонить бесполезно, я не разговариваю ни с кем. Пишите
в Телеграме прям вот так вот ссылка и просьба, и там девочки читают, и мне продублируйте, я выложу в сторис. Ну, плюс тростники, да. Я все 35 лет кофе не пила. Я пью кофе исключительно летом, айс латте в первой половине дня. И это не считается кофе, это считается кофейным напитком. До работы и потом к Мише в больницу. Да не за что. Слушайте, и стресс может влиять, все может влиять. Спасибо, Вик. Да давно, если честно, не было такого, прям что настолько. Угу. Давненечко. Я сегодня уже лежала, знаете, с чем? С куском мяса на животе из морозилки. Просто чтобы вообще встать и выйти из дома. Вот пока я это не сделала, я даже не могла собраться. Вот так болела. У меня никогда не было, и 99,9 здесь сидящих тоже не было. Грусть, тоска, печаль, переживания, страдания – это не депрессия. Я не знаю, что такое застой желчи. Мне надо покраситься. Пустите меня в круг, я буду танцевать, а вас прошу мне не мешать. Да я сегодня пьян, Господь вас береги, сегодня пьян я от любви. Я сам разрушил все, пусть проклят я навек, я вас танцую пьяный день. Так больно уходить и жалко, но счастливо прошу. Моя гречанка. Ой, слушайте, одно время я хотела освежить татуировки. Я пришла, меня хватило на 15 минут. Я сказала, нахер надо. И больше я не могла, не рискнула. Привет, Киеву. Сердце на осколки разбивало. Вообще не грустю. Не грустю. Остались чувства за стеной. Да нормально все, что вы тоже. Ну, плохо всем бывает. Как говорится, не жопа поболит, перестанет. Просто что дискомфортно в плане работоспособности. Вот у меня сегодня реклама платья была. Давно, кстати, заказанная. Пипец. По фигуре просто вот как презерватив. Куда я его сейчас одену? Куда? У меня вот такой живот. Я даже не могу его надеть. 99 сидящих в Инстаграме, они же смотрят, я не знаю, через какую дырку и слушают тем же самым, потому что после вчерашних моих сторис не ругаются, понимают, но я же не специально не могу отработать. Вот говорю о том, что
Они мне пишут: боже, ты беременна, наконец, поздравляю. У меня актив не упал. Актив упал у всех со времен 24 февраля. Вот, из-за того, что люди уходили с Инстаграма, кто-то не пользуется VPN-ом. Поэтому абсолютно норма. На фоне всего происходящего актив остался прежним. Никакой не знаю. Ну вот, еще меня полночи поздравляли с беременностью в директе. А то, что вот такими буквами написано о том, что это вздутие, и живот болит, да, перед этим сказано. Нет, меня поздравляют. Отгадка перекрывает шрамы. Отгадка, что такое? Estee Lauder тоналка. Кому лучше, чтобы это была беременность? Мне не лучше. Зачем вы за меня говорите? Каждый вправе свою жизнь проживать так, как он считает нужным. Ты заебал. Никогда, Ариночка. Устроит вас такой ответ? В пизде, Наталья.
Я сегодня без ресниц. Я себя чувствую. Помните этот? Так, сейчас все вместе вспомним. Они были разных цветов, человечки такие. С такими штучками, с рожками. В нашем детстве по телевизору они были еще. Как их звали? Телепузики. Бинго. Короче, я себя чувствую телепузиком. Вот. Хотя, может быть, сейчас похоже на Астерикса, да. Да это телепузики были. Каким из четырех синий? А помните, еще были Тинки и Брейн по захвату мира? Я с такими дома живу. Болит мой животик, да. А мы, девчонки, просто любим жить. Ой! Сейлор Мун, помню, я себе завязывала хвостики в свое время. В школе говорила, что я Сейлор Мун. Стою возле работы, жду ключ от магазина. Для повышения качества обслуживания все разговоры задерживаются. Заболит. У меня болит пузо. Меня раздувает изнутри просто как арбуз. Доброе утро. Ой, добрый день. Доброе. Смотрите, добрый. Вы повернете на улицу Роскову? Алло. Да. Вам надо повернуть на улицу Роскова. На Роскова? Да, вы советский отель объезжаете по Ленинградке, уходите направо на Роскову. Russia.
Ну вы дослушали, вы поняли? Я сейчас подъеду, но я так все равно не понял. Вы едете по Ленинградке. Да. У вас один поворот направо будет, как здание закончится. Вы поворачиваете направо, других поворотов не будет. Эта улица называется Роскова. Вы проезжаете вперед до конца здания. Белая БМВ будет 007. Возле нее остановить. Ага, спасибо. У меня... Почему он бедный? Я же нормально объясняла. Или ненормально? Ужас, Валера. Сказал, что поняла. Как оно есть на самом деле? Нино, я видела. Спасибо большое. Носите на радость. А, Патя же скинула. Горим. У магазина городская, да. Утром литр. Литр просто капли. Посмотрите сторис, если вам действительно интересно, кто такой Миша. Привет, Абу-Даби. Мой золотой, он едет. Нет, это называется недосып. Спасибо большое. Спасибо.
О, Веронич, я вам первой сообщу об этом. Вот прям самой первой. Лично пришлю. Я реально как Астерикс и Обеликс. Я не смотрю сериалы. Здравствуйте, Вероника. Сейчас. Просто почему Астерикс и Обеликс? Потому что на мне шорты, посмотрите, как надеты. Чтобы мне нигде ничего не сдавливало. Машину закрыла. Блять. Этот. Машину закрыла, пакеты забыла. Фу. Эти тапки очень тяжелые. Очень просто мега тяжелые. Хочу обращаться, ничего нового. Мне врач не скажет. Нет, надо просто переждать. Немножко перетерпеть, скажем так. Поголодать. В принципе, что я и делаю. Нет, слушайте, они очень удобные, безусловно, но они мега тяжелые, честно. Не станет мне легче от Назима. Спасибо большое. Слушайте, не за что извиняться, вы правы абсолютно. Но это если как бы немножечко в другой ситуации. Мне как бы сейчас клизма не поможет. Я пингвин, несу яйцо, волосатое оно.
У меня, знаете, ощущение, колись бы на все случаи жизни. Нет, про прям этот... Тяжело, как будто в тебе 100 килограмм. Дружба, Саш, существует. Это либо бывшие, либо будущие любовники. Сладкий, как он вырос, слушай, за эти годы. Очень на тебя похож он, очень. Магазин нет, сегодня не работает. Ребят, можно я на пару минуток прерву эфирчик? Сейчас я пару звонков сделаю и выйду к вам.